Всем привет! И вот наша новая видеоподборка на тему того, что наши люди на любой другой планете обязательно выживут. Итак, поехали. Вот подборка фото, сделанных лично мной, показывающих, что наш человек ко всему приспособлен. В данном случае у человека отвалился бампер. Чтобы доехать до ремонта, он просто заклеил изолентой, ну скотчем, чтобы бампер держался. Гениально. Идем к следующему фото. А это, вот сейчас вы сразу не заметите. Я сейчас увеличу. Наш человек что сделал? Идут три линии электропровода. И чтобы от ветра не было замыкания, наши люди тут просто взяли, привязали палку. Слов нету, молодцы. На будущее, чтобы вы знали, если у вас на машине не держатся эти опоры, то есть простой метод. Возьмите палку и подоприте. Только учтите, что если вы заработаетесь и эту палочку зацепите по голове этой крышкой, дверцей машины, получите. Вот еще одно гениальное фото. У человека отвалился кусок бампера с левой стороны. И резинка, ну я так ее называю, которая предохраняет от того, чтобы проржавела быстро машина. Есть такие очистители всего этого. И вот когда бампер оторвался, она, естественно, держаться ей не за что, оно падает на колесо. Естественно, во время езды оно намотается на колесо и будет еще хуже поломка. Чтобы доехать, человек просто пришел к гениальному выводу. Он взял такие два зажима или один, такой, который затягивается для проводов обычно, и прицепил какой-нибудь детали, чтобы оно держалось. Следующее фото. У каждого на своем дому есть водостоки. Вот что, раз кто-то отбил или оно от времени само отвалилось, люди придумали гениально просто. Они отрезали горлышко и дно 6-литровой бутылки, и чтобы оно не отвалилось, ничем его не крепить, взяли скотчем и просто обмотали. Идем дальше. Вот еще одно тоже гениальное фото. У человека, может быть, кто-то помог ему стукнуть дверь хорошо, и окно отвалилось. А у человека нет денег, или нет времени, или нет желания. Он просто взял клеенку обычную, поставил и заклеил скотчем. Еще одно фото, но очень гениальное. Этим людям лень заварить крышу, чтобы она не протекала. Они просто пришли к другому выводу. Подставили железяки и положили типа кусок металлической шиферины. Все, вопрос решен. Теперь крыша не протекает. Идем к следующему фото. А это еще одно фото, которое я сделал, потому что пройти мимо не мог. Человека, может быть, номера сами отвалились, может кто-то их спер, виснул, украл.
И человек, долго не церемонясь, взял, распечатал номер своей машины, номер государственный. Ну, тут видно номера иностранные. И просто приклеил их на все номера. Так что, получается, человек, который, наш человек, работает в другой стране, он и там это показывает, что наши люди ко всему готовы. Понравилась данная подборка фото? Тогда подпишись на канал, жми колокольчик и покажи это видео друзьям. Они тоже будут смеяться с таких моментов.